видишь там. Свою. Мы с любовью свою.
спросить у тебя. Мой ответ – жить дальше. Да. А если что-то пойдет не так? А вдруг без него в моей жизни что-то случится? А если ты много вопросов задаешь. Ответы там. Я приезжал сюда, чувствовал себя как дома. Сейчас мы разные государства, но я все так же себя чувствую как дома. Поэтому я не верю ни в какие границы, визы, паспортные таможенные режимы и контроли и разность культур. Нет, у нас одно связывает: святая к музыке любовь. Любовь к жизни, любовь к тому, что связывает нас с детством. Это между нашими странами, между нашими народами какая-то невидимая связь, нить. На протяжении стольких лет, может, поэтому сегодня, выступая здесь, в этом красивом зале, я не вижу ни одного свободного места. Это дорогого стоит! В это не самое простое время, экономически, политически. Вот такая вот любовь, такая взаимная тяга друг к другу, потому что я не знаю, я очень, не знаю, как вы, но я очень ждал этой встречи с вами, хотя прошло всего каких-то 2 года, и я очень волновался, думал, ну всего 2 года прошло, надо же как-то вас удивить чем-то, что-то новое. Вот я привез новое. И надеюсь, вас не разочаровал. И так будет всегда, я вам обещаю. I'm not.
Партизаны и вампиры, Дракула запеял, Дракула судак.